Добрый день, и мы с вами продолжаем нашу суставную гимнастику, экспресс-тренировку с легкой растяжечкой. Я посоветую, конечно, вам не пропускайте занятия, постоянно занимайтесь, постоянно двигайтесь вперед, и все у вас получится. Я надеюсь, вы приготовили гантельки, приготовили что-нибудь под голову себе положить, подушечка или полотенце. Ну, и мы с вами продолжим дальше. Так, давайте немножко разомнемся. Мы это делали, такую разминку уже. Пошагаем вперед, набираем 10 шагов вперед, 10 шагов обратно. И таких сделаем 3 кружочка. Внимание! И начали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Обратно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20. Вперед. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Обратно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И еще кружочек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. И назад. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо. Тряхнулись ножками. Мягко перекатимся на спинку. Аккуратно. Так. Ручки положим в сторону. Покатаемся коленочками в одну сторону, в другую. И вот таких 15 перекатов. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И еще 5. 1, 2, 3, 4, 5. Хорошо. Так, подтянем коленку, поддержим, вторую ножку опустим. Покрутим стопой в одну сторону 5 раз и в другую 5. И таких 2 круга. Так, и еще раз. Хорошо. Опускаем коленку одну, подтянем вторую ножку и также накручиваем 5 в одну, 5 в другую. И еще раз в одну и также в другую. Хорошо, опускаем. Так, теперь немножко отдохнем, легкую разминочку сделали и уйдем на упражнение. Уходим на коленки, становимся на коленки, на ладошки и сделаем махи в сторону. Я покажу вам на выдохе. Выдох, выдох. И вот таких набираем 15 раз. Кому легко, тот может делать 25-30 раз с каждой ноги. Внимание, начали. Выдох, выдох. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо. Внимание. То же самое с другой ножки. И на выдохе. Раз. Выдох. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Хорошо. Сядем на пяточки. Немножко отдохнем. Перевернемся на спинку и сделаем пресс. Так, мягко перекатимся. Ладошки положим за голову, ножку чуть-чуть. Они согнуты, чуть-чуть разведены. Будет встречаться локоточек на коленку. И с другой стороны сразу же в другую сторону. Набираем всего 15 раз. Кому легко, тут может по 25. Внимание. Начали. Выдох. Ха. Раз. Два. Другой локоть прижимается к полу. Ха. Ха. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Раз. Два.
ручки положим в сторону, коленочки вместе, сделаем 10 перекатов, и сразу потом будет еще раз такой пресс. 5, 6, 7, 8, 9, и разочек, 10, внимание, ножки поставили пошире, ручки положим за голову и опять делаем на выдохе, ха, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, и еще 5, 1, 2, 3, 4 и 5, хорошо, прижали коленочки к груди, отдыхаем, отдохнули, хорошо, сейчас мягко перевернемся на бок, можем попить водички, кофейку, по 3 глоточка и продолжим дальше, сделаем прокачку, я напомню, как мы это делаем. Уходим на ладошки, садимся на пяточку, на пяточки, натягиваются ручки, на вдохе опускаемся тазом, достаем полок, пытаемся достать, прогнуться, выдох обратно, вдох, выдох. И вот таких набираем 15 раз. Кому это легко, тот может спокойно уходить на животик и обратно, на животик и обратно. Тоже 15 раз. Внимание. Сели на пяточки, ручки вытянули. И начали. Вдох. Прогнулись, достали пол, пытаемся достать. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. 4, 5. 6, 7, 8, 9. И еще будет 5 раз. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И еще 2 разика. Вдох. Чини. И разочек. Выдох. Садимся на пяточки полностью, расслабляем ручки, ставим на локоточки, отдыхаем. Хорошо. Приподнимаемся. Нам сейчас гантелька нужна будет, у кого есть. Так, ложимся на животик. Ручку ложим под голову. Вторая ручка будет впереди. Наша задача — опускаем вниз на выдох. До ноги и возвращаем обратно. Внимание, 20 раз с одной, 20 раз с другой. И поехали. Начали. Раз. Выдох. Выдох. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 20. Хорошо. Положили ручку под себя в районе горла. Полежим на ней, немножко потянем. Отдохнем. Так. И то же самое сделаем с другой. На выдохе вниз. Внимание, начали. Выдох. Выдох. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И еще 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 20. Хорошо. Ручку положим ладошкой в потолок, ляжем на нее, поддержим, отдыхаем.
Сейчас сядем, мягко садимся, спокойненько перекатываемся на ягодичные, полностью садимся, дадим возможность отдохнуть туловищу, а мы пока немножко легкую растяжку сделаем. Так, ну как обычно мы начинаем. Одна ножка впереди, другая ножка согнута, и мы на кончике делаем прямой ножкой. Внимание, и начали. Раз, 5 наклонов и держим. 3, 4. И стараемся удержать. Кому тяжело, тот ручкой со стороны подталкивает себя. Вот так вот. Но тянется, тянется. Держим 20 секунд, 30. Хорошо. Теперь сгибаем ее перед собой. Вторую ножку сгибаем, за спинку отводим. 90 градусов передняя ножка согнута, а вторая ушла тоже на 90 градусов. Посередине груди ложимся на коленку, чтобы коленка проходила посередине. Кому легко, тот ставит ручки на локоточки, кому тяжело, тот придерживается на руках. И подержим. Пускай ножки растягиваются. Потянутся. Так. Подводим пяточку к себе как можно ближе. А эту ножку заднюю уводим как можно дальше от себя. И опять же ложимся. Кому тяжело, то придерживает. И чтобы проходила коленка посередине груди, стараемся подержать. Так, теперь перекатимся на пяточку. Такой полушпагат сделаем. Поддержим себя. Это у кого получается. Если нет, тогда просто сидите, держите, как мы делали до этого. А теперь перекатимся так, чтобы пяточка была снаружи, с другой стороны. Вот. И поддержим на ручках себя так, чтобы почувствовали, как натягивается низ животика, паховая зона. Потянуть, чтобы она натянулась. Верх бедра, низ живота, паховая зона, пусть растягивается, вытягивается. Так, возвращаемся обратно. Разгибаем ножки, встряхиваем, отдыхаем. Вот такой кружочек сделаем с другой. Начнем с наклонов к прямой ножке. 5 наклонов и держим. Помните, кому тяжело, тот себя подталкивает. И поддержим. Сгибаем ножку переднюю, уводим ножку согнутую за спинку, 90 градусов, чтобы было. Все. И грудью посерединке ложимся на колено. Или придерживаемся, кому легко, тот уходит на локти, закрывается. Тоже поддержим 20 секунд. Сейчас пяточку как можно ближе к себе подвели, а заднюю ножку как можно дальше от себя. И обратно ложимся на колено. Придерживаемся на руках или просто ложимся на нее. Так. Кому тяжело, тот просто продолжает удерживать. Кому легко, тот накатывается на пяточку, такой полушпагат, подержать себя.
А теперь перекатываемся дальше вовнутрь, пяточка снаружи получается. И держим себя с поворотом немножко так туловище, противоположные ножки, чтобы почувствовали натяжение. Верха бедра, низа животика, паховую зону тянем. Потянем, потянем, потянем ее. Разгибаем ножки, расслабляем, встряхиваем, отдыхаем. Так, ну еще сделаем одно упражнение, это мы уже делали. Чуть-чуть ножки в стороны согнутые. Кому тяжело, тут просто себя подталкивает вперед или одной ручкой, или двумя. Кому легко, тот ставит локти спереди. И держим себя. И поддержим. Или подталкивайте себя, поддержите себя впереди, вот таким образом. Держим, держим, держим. Так, а теперь одну ножку разгибаем, вторую разгибаем и наклончик вперед себя, подталкиваем. Потом перехватываемся ручками за голеностопы, кому как удобно, или за пяточки, и больше потянуться вперед, как будто мы грудью хотим лечь на пол. И поддержим, поддержим, голова опущена на подбородок, на груди. Сделайте три глоточка водички или кофе и продолжим дальше. Хорошо? Сделали. Так, мягко опять перекатимся на спинку. Я сейчас покажу. Ручки рядышком возле туловища, ладошками в пол. Будем подниматься наверх с махом коленки. Ха! И с другой сразу. Ха! Вот так поочередно набираем 25 раз. Кому легко, может больше делать. Внимание! И на выдохе. Начали. Ха! Ха! Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть, семь, восемь, девять, двадцать, выдох, выдох, и еще два разика, раз и два, хорошо, можно подтянуть коленочку, подержать немножко, отдохнуть, одну, вторую, ручки положим в сторону, ножка одна прямая, вторая пяточка приподнятая. Так, делаем вдох, опускаем в сторону, выдох наверх, в другую сторону опускаем, вдох, выдох наверх. Это раз был, вот такой полный круг делаем, два, выдох все время наверх, три, 11 раз с одной ножки, 11 с другой. 5. И вот раскатываем поясничный отдел с ними, раскатываем, растягиваем его. 7 8 9. Стараемся плечики удержать на полу. И разочек. Хорошо, подтянем коленку, поддержим, отдохнем. И также сделаем с другой ножки. Ладошки в пол. Подняли пяточку, опустили в сторону. Вдох. Наверх выдох. В другую. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И раскатываемся. Главное, плечи не отрывайте.
пускай поясница сама работает, раскручивается. Выдох все время вверх. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И еще будет 3 разика. Вдох. Выдох. И еще будет 1 кружочек. И хорошо. Тянем коленочку, отдыхаем. Сейчас мы ляжем на бок, продолжим дальше упражнение. Вот пригодятся еще раз нам гантельки. Можно положить полотенчика под голову. Так, вот берем гантельку, коленочки перед собой согнутые, ручка впереди с гантелькой. И на выдохе поднимаем в потолок. Вот таких сделаем 20 раз с одной, 20 раз с другой. Внимание, начали. Выдох. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Хорошо. Поменяем сторону и то же самое сделаем с другой. Так, ложимся на бок, ручка под голову, коленочки согнуты, ручка впереди и на выдохе. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 20. Хорошо. Опускаем. Сейчас ляжем на животик. Потянем одну ручку, ложимся на плечо. Поддержим одну. Мягко поддержим, также перекатимся на вторую. Так, хорошо. Так, сейчас сделаем следующее упражнение. Можем голову положить лоб на полотенчика. Просто мне будет тогда неудобно вам говорить, я пока его в сторону положу, а вы можете голову положить на полотенчика. Ручки положим прямо вдоль туловища, а ладошки смотрят в потолок. Плечи опущены. На выдохе поднимаем плечи, соединяем лопатки. Выдох. Вдох опускаем. Выдох. Вдох опускаем. И так сделаем 15 повторений. Внимание. Положили голову. Плечи опустили. И на выдохе поднимаем лопатки и плечи. Выдох. Вдох опустили. Выдох. Вдох. Выдох. 3, 4. Сами не поднимаемся, только плечи с лопатками работают. 6, 7, 8, 9. И еще 5. Выдох. Двигаем лопатки вверх. Опускаем, расслабляем. Поднимаем, расслабляем. Еще 2 разика. Выдох. И выдох. Хорошо. Сгибаем ручки перед собой. Поднимаемся на коленки. И тянемся. Тянемся, тянемся на пяточки. Руки тянут в спинку. Отдыхаем. Хорошо. И еще сделаем одно упражнение. Значит, можно делать с гантельками, с двумя, можно без, кому как удобно. То же самое будет положение. Голову положим
кому неудобно, конечно, на полотенце, берем гантельки, можно без гантелей, можно с гантелями. Кому легко с гантельками, кому нет, без. Ручки также смотрят в потолок. Чуть-чуть приподнимем и делаем маленькие махи 50 раз. Можно и 100 сделать. Внимание. И подняли ручки, начали. Махи, выдох, ха, ха, выдох, выдох, выдох. И набираем 50. Двадцать, тридцать, сорок, 50. Хорошо. Поставим гантельки, ляжем на спинку, перекатимся, потянем ручки перед собой, за локоточек берем, потянем одну ручку. Хорошо, потянем вторую, за локоточек потянуть. Хорошо, отдыхаем. Так, сейчас положим ручки через стороны, поставим коленка на коленку и мягко опускаем, на вдохе опускаем, выдох внизу и произвольное дыхание, расслабляемся. Если коленка убегает, ручку ложим на бедро. Отдыхаем. Хорошо. На вдохе поднимаем, расслабляем спинку, отдыхаем. Поменяли ножки, на вдохе опускаем в сторону, выдох внизу и произвольное дыхание. Если коленка убегает, руку на бедро, придерживаем ее. Отдыхаем. Подтянем коленку к груди, одну или две, кому как удобно. Подержим. Опускаем ножки, разгибаем их. Ладошки положим кверху. Закрываем глазки и минуту отдыхаем. Отдохните минутку, потом мягко перевернетесь и спокойненько отдыхайте. Я пожелаю вам здоровья, конечно. Самое главное, занимайтесь постоянно, не пропускайте занятия. Трудолюбие, терпение, чтобы у вас было. И всего вам хорошего, и встречаемся на следующих занятиях.